Всем привет! И вы попали на канал Анна Куценко. Сегодня хочу показать свою коллекцию копировок. Копировки – это распечатки. Да, я знаю, что это не очень интересно, но я хочу показать, как я их разукрасила. Я думаю, как я их разукрасила, интересно. Потому что все разукрашивают по-разному. Тут будут разные копировки, но в основном пони. Так как я очень их люблю. Кто заходит на мой канал, тот знает, что я их люблю. Обожаю. Давайте же начнем. Первая это у нас такая вот радужная птичка. На самом деле она была обычная, но я ее сделала радужной. У меня две таких птички. Это первая. Такая вот. Дальше это вот такой вот бурундучок или белка. Не знаю, кто это. Но это бурундучок, наверное. Такой вот бурундучок. Я не знаю, это, наверное, Чип и Дейл. Но... Не думаю. Просто, наверное, обычный бурундучок. Такой вот. С курточки. Или это кофточка. Это принцесса Селестия. Такая вот. Поправьте меня, если неправильно разукрасила гриву. Вот. Такая вот. Поняша. Мне понравилось. Как я разукрасила. Дальше это тоже поняша, но это не совсем Little Pony. Это старая версия пони. И я не знаю, как ее зовут. Я просто решила под новогодний стиль сделать. Правда, Новый год уже давно прошел, но все же. У меня в голове заиграла память о Новом годе. Извините. Я решила нарисовать вот такую вот красивую. Дальше, как я говорила, у меня две птички. Это первая птичка, а та была вторая. Я назвала ее райской птицей. Вот, мне она показалась райской. Я захотела сделать как райскую птичку. Мне кажется, что у меня получилось. Кому понравилось, лайк. Дальше это из Короля Льва. Такой вот. Правда, не помню, как его зовут, но я смотрела мультик. Надо будет еще раз пересмотреть. Такой вот. Ну, это из Тимона и Пумбы. Дальше. Hello Kitty. Кстати, у меня эти рисунки все раскрашены фломастером, с исключением Hello Kitty. Вот такая вот. Милая. Дальше это у нас, извините, Даша путешественница и башмачок. Я тут язычок Даши подрисовала, немного растеклось. А так не норм. Так вот. У меня не было подходящего цвета для башмачка, поэтому я сделала его голубым. Если честно, не помню, как выглядит башмачок. Извините. Дальше. Дальше это такая же пони, только я разукрасила ее по-другому, как радугу, но это не радуга. Просто решила сделать разными волосами. Дальше это Патршай, знаю.